на конкурс «Дети читают стихи». Аксенову Марии 5 лет. Деревня Рассемёновская. Агния Барто, я выросла. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой, ничего, что он хромой. А медведь измазан слишком, куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже, он плохой, без колеса. И потом мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю, но я, кажется, Сереже ничего не подарю.